В этой же технике можно сделать, например, только белым оттенком на темном. Очень красивое будет растекание. Сейчас мы с вами это посмотрим. Наносим тонко гель для растекания на типсу, где у нас будет находиться текстура. Далее берем кисточку для градиента рублев пятерочку. Смотрите, здесь у нас белый и гель для растекания, он не сильно жидкий. И на топы, которые более такие жидкие, они не подойдут. Сделайте тогда лучше базу, если у вас нет геля для растекания такого более густого. А если у вас гель для растекания тоже жидкий сильно, то он тоже не подойдет, потому что не хватит материала, не сможете взять. И теперь берем белый сперва, потом возьмем гель. Так, много взяла, давайте поменьше возьмем беленький. Потом берем гель для растекания, потом мы снова берем белый. И можно взять снова гель для растекания. И теперь посмотрим, что у нас получится. Сперва мы побыстрее. Потом замедляемся. И давайте уведем вот сюда в бок. Вот такой. И теперь посмотрим, если мы на конце оставим только, ну, не только, а белый именно оставим, а не гель для растекания. У нас будет немножко другая картинка. Теперь берем. Давайте возьмем белый, потом возьмем гель, потом возьмем белый и на этом закончим. Теперь пойдем быстрее. Потом замедляемся. И посмотрите, у нас уже более четкая линия будет. Ну и материала, в принципе, тоже побольше взяла. У нас будет совсем другая картинка с каждым проходом. Можно так довести. Подождать, когда у нас все растекет. Вот, и такая красота тоже можно делать. Сейчас мы с вами сотрем и сделаем уже в композиции. Я уже нанесла гель для растекания. Теперь делаем захват материала. Берем беленький, берем прозрачный, берем беленький и давайте прозрачный. Возьмем и вот такую композицию сделаем. Пойдем сперва более быстрое движение. Потом начинаем замедляться. Кисточку приподнимаем. И уходим туда, куда нам надо. Потихонечку, чтобы материал скатывался. И ждем, когда он у нас немножко расплывется. Берем тонкую кисть, пока у нас расплываемся, все подрабатываем. И вот такой вот результат. Ну, давайте, пока растекается, давайте добавим еще чуть-чуть. Вот сюда. Берем немного материала. Далее топ. Точнее, у нас база. Берем еще белого. И остановимся на базе. И давайте возьмем с этой стороны. У меня материала немного. Пойдем навстречу нашей текстуре. Приподнимая кисточку и замедляясь. И вот эти вот хвостики мы уведем сюда. Все, вот такой вот у нас получилось. Немножко ждем. У нас здесь образуется, смотрите, какая дымка красивая. И отправляем в лампу. Я сделала другой типс. И теперь смотрите, что еще можно сделать именно с белой такой растушевкой. Мы можем взять витражный гель-лак. Это у меня Луи Филипп. Витражи, которые у нас полупрозрачные, смотрите. Полупрозрачные. И покрасить эту текстуру витражами. У нас будет как будто бы... Можете тонкой кистью взять и перекрыть. Можете вот в таком формате перекрыть прям полностью. Смотрите, у нас совсем другой вид будет. Либо... Либо поставить на палитру наш витраж и проработать круглой кистью. Плоско, круглый, без разницы. То место, где у нас беленький.
так даже будет покрасивше, смотрите. Потому что серый цвет останется, и он не сделается каким-то вот таким вот зеленым оттенком, а будет наш чистый серый оттенок. А то, что мы где-то здесь что-то зайдем, ничего страшного. Посмотрите, как классно. И можно отправить сушиться. Либо еще мы можем оставить наш белый оттенок, но добавить немножко ноток, например, вот этого неонового. Просто провести одну линию вот так. И так тоже можно сделать, так тоже интересно очень смотрится. Ну а этот тип прикроем матовым топом. И посмотрим также, как он смотреться будет в матовом. Вот они, эти варианты. Смотрите, здесь также можно сделать подобно и на белом фоне, но только взяв, например, какой-то средний серый оттенок, либо какие-то другие цвета. То есть в цветовом решении здесь можно играться. Просто я люблю такие более приглушенные оттенки без какого-то разноцветности. Здесь мы вот, получается, витражом покрыли. Можно абсолютно разными вариантами. Здесь, кстати, посмотрите, есть пузырики. Надо было их сразу убрать, и я не убрала. Вы убирайте. Вот здесь в этом варианте очень классно смотрятся блестки под матовым топом. Смотрите, они такие прям точечные. Тоже пользуйтесь, очень красивая текстура. И вот она белая, с двух сторон растянута. А здесь просто с одной стороны. Все, пробуйте.